Свіжі продукти за оптовими цінами. Столичний ринок. Критикує жінок та називає їх тітками за те, що хочуть, щоб їхні чоловіки повернулися з війни додому. Пропагандист Соловйов жорстко пройшовся у своєму ефірі по дружинах російських військових, які хочуть бачити своїх чоловіків у Росії. Значит, появились какие-то тетки, которые имеют наглость говорить от имени ребят, воюющих на фронте. А вот их мужей можно послушать? Тетка говорит, вот моего верните домой. Чтобы что? Чтобы сделать что? А воевать кто будет? Пушкин? Или она просто хочет, чтобы всю страну подняли? Тоже вариант. Но нужны люди подготовленные, умелые. Поэтому да, это дважды герои. Путін розпочав передвиборчий піар. Разом зі своїми чиновниками він ходить по нібито щасливих російських родинам, яким дали безкоштовне житло. У тому, що ви побачите далі, прекрасно все. І діти-актори, і приготовані подарунки для Путіна, і чиновники, які бояться сказати слово та підвести очі на царя. І, звісно, сам цар, який нібито просто хоче посидіти на кухні та випити з друзями чаю. Здорово тебе здесь. Я тебе кто таких? Зайчик, на победу. Зайчик, на победу? Спасибо. Спасибо тебе большое. А у нас тоже есть подарок. Спасибо, Полечка. Зайчика. Это конечно. Спасибо большое. Спасибо тебе. У меня тоже зайчик есть. Они еще только 7 штук заселены, да? Занимается полностью сам предправительство, которое курирует всем здравоохранение. У них свои разработанные методики там отбора, там есть определенные критерии, которые они, значит, отбирают. На уже есть определенная категория людей, которые подали заявку, и они сейчас просто изучают их, значит, компетенции. А потом вот они поработают. Как получить это, собственно? Значит, ну, может быть, вы расскажете, вы уже ознакомлены? Да, мы подбирались, правильно сказал Владимир Ильич. Это научная степень, кандидатская диссертация, как правило, больше 10 лет общего стажа работы, медицинского стажа. И если 10 лет, как говорится, отдаешь в больнице, отдаешь в тульской медицине, тогда коттедж можно взять в собственность. Російські методи пропаганди не змінилися з часів Радянського Союзу. Діти, які співають про бомби, війну та армію – це нормально для країни-терористки. І це те, що зараз показують росіянам. І саме так промивають мізки їхнім дітям.